Привет. Привет. Похоже, это мое место. А простите, мы с вами раньше нигде не встречались? Вроде бы нет, но ваше лицо мне знакомо. Да. Здравствуйте. У нас будет две остановки. Маклоклин Крессен, 62. Правда? Да, что? Где ты живешь? Довольно близко. Я от твоего дома пешком дойду. Я замужем. Очень жаль. Я скучала по тебе. А я по тебе. Что? Я просто рад, что ты здесь. Да? Ты классная, знаешь. Привет. Привет. Дэниел, это Лу, он наш сосед. Добро пожаловать в наш район. Нам не пора идти? Запрыгивайте, я вас подвезу. О, нет. Ты серьезно? Я всегда хотел покататься на такой штуке. Держитесь. Ты виделся с моим мужем? Похоже, он очень тебя любит. Да, а я люблю его. Ты это мне пришла сказать? Мне там наверху одиноко. Заведем собаку. Собака как подготовка к ребенку? Собака как подготовка к корове. Или более крупному животному. Мне хочется побыть сегодня с тобой. Мы можем провести этот день вместе. Пожалуйста. Да. Я хочу знать, что бы ты со мной сделал. В жизни есть пустота, так уж она устроена. Не нужно сходить с ума, пытаясь ее заполнить. Чего ты боишься? Я боюсь представить себе, что опоздаю. Увидимся. Когда-нибудь. Скоро. Наверное.